Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Флейм. Продолжаем играть в эту страшную, страшнейшую, наистрашнейшую игрушку за последнее время под названием Doorways. Как вы помните, в прошлый раз мы выбрались из какой-то то ли больницы, то ли психбольницы. Короче, обогнали врачиху, вытащили колючий с печени дохлого мужика, засунули его в дверь, открыли дверь, спустились, напрыгались, наорались, накричались, а теперь мы тут. Вот, в принципе, краткое содержание прошлой серии. Теперь мы идем по каким-то тонким непонятным коридорам. И, кстати, у меня больше не работает медальон. А это значит, что нам больше не пригодится, никаких секретных проходов мы здесь не найдем и не увидим. Замечательно! Чё это? Опять сраный лабиринт. Ну, замечательно. Вообще прям. А, кто-то нашел это место, и он пришел сюда. А, он пришел сейчас. Но я... Мне не страшно для... Для я страх. Я больно и что-то такое. И я гуляю частью в какой-то граунд. Моя судьба — это свет. Или мое что-то, мое предназначение — огонь истины. Поняли, нет? Против нас сейчас, короче, будет бороться какой-то, я не знаю, там, огненный чувак, что ли. Судя по тому, что я прочитал сейчас... Уйди отсюда, волос. Меня и тебя ожидает сейчас какой-то огненный человек. Фаермен, так сказать. Какой-то. Который будет нас кидаться своими фаерболами или чем-то типа того. Не знаю. А возможно, это просто нам предстоит прогуляться по этим сраным коридорчикам, по гнетущим, по очень тонким, и почитать какую-то историю этого огненного человека. Не знаю, пока я в этом не уверен, но мы сейчас с этим, естественно, разберемся. Потому что в этом... Основная задача — разобраться, что вообще происходит. Ну да, смотрите, судя по всему, я просто буду ходить и читать истории. А где свет? Ну-ка. Не надо. Так, вот ты где, наверху твоей башни, твои глаза конфиденциальные и какие-то. Но... Это конец. Был охотник или жертва. А спасибо за физический бонд. Мы расшарили все это время. Ты знаешь хорошо достаточно, что Doorway был никогда доступен в обычном каком-то пунишменте. Ты не отправишься, ты не идешь, ты даешь, и я иметь уже... видеть слишком много. Мое предназначение — это послать тебя в ад. Серьезно, что ли? Его предназначение — послать меня в ад. Спасибо, я пошел. Ну, естественно, называется игра-то Doorways другой, или какой-то там под миром, Underworld. Соответственно, ад, наверное, есть этот самый Underworld. Я как бы, конечно, не отвечаю сейчас вообще по этому поводу. Я не буду брать на себя такую ответственность. Не нужна. Но все же. Опа! Спасибо. Главное успеть, а то сейчас закроется и зажмет меня там на... Ну, я же сказал. Здесь вообще не стоит надолго задерживаться ни в каких проходах. Это очень опасно, наверное. А это лабиринт, правильно? Естественно, конечно. Ну да, конечно. Ну зачем? Пойдемте направо. Не знаю, почему всегда ходил налево, сейчас почему-то пошел направо. Это, наверное, была моя самая главная ошибка. А теперь главное не запутаться. Ну, мы попробуем как-нибудь. Тупик. Понятно. Идем сейчас прямо. Потому что наша основная дорога была вот сюда направо. А мы идем сейчас прямо. Соответственно, если мы вернемся назад, нам надо будет повернуть налево. Чего? Здесь тоже тупик. Ну, хорошо, нам надо прямо. Чё это у него так сердце забилось? Пойдем. Тихо, тихо, тихо. Не паникуем сейчас вообще. Ну, идем по старой проработанной схеме. Тупик. Здесь тоже, наверное, будет тупик. Нам надо было просто пройти все время вперед, что ли? Нет, ты посмотри. Опа. А, тут, может, что-то открывается? Ну-ка, иди сюда. Нет, он, короче, не временный, он постоянный. Он что-то очень быстро бегать начал, вам не кажется? Гораздо быстрее, чем до этого ходил.
Че, угораешь, что ли, надо мной? А где выход-то? Рычаг-то опущен? А, может быть, там где-то появился какой-то другой путь. Ну-ка, посмотрим. Где-нибудь вот тут или вот тут. Ну да, нет. А, да, все, все правильно. Вот, замечательно. Здесь же горела красная лампочка. Все, нас опять закрыли. Отлично. Это не страшно, это наоборот хорошо. Нам просто надо... Ты близишься к закрытию. Страшная надпись для алкашей, которые не успевают к 10 купить водки, скорее всего. Ну окей, давай попробуем. Так, там красный рычаг, там мы пройти не сможем. Ага, окей. Давайте посмотрим, где еще этот рычажок находится у нас. Ее сигнал возвращается, нажми... Find, найди свой путь наружу. Окей, давайте посмотрим, что без сигнала делается. Давайте попробуем не заблудиться, во-первых. А во-вторых, постоянно пользоваться этим светом. Здесь все закрыто. Здесь открыто, подожди. Не убивай меня. Спасибо. Во, отлично. Рычажок. Теперь я знаю, куда идти. Теперь надо идти куда-то назад. А, где-то должен быть гореть красненький свет такой. Он, наверное, где-то вот тут, вот, по-моему. Ну да. Хорош. До свидания. Не, ну это вообще что-то не страшно. Она здесь, кто? Ну да, это она, я ее узнаю. Только я не знаю, кто это. Ага, отлично, еще один рычажок надо найти. Я надеюсь, она просто такая тупо, короче, раз и пропадает. Я просто очень хочу на это сильно надеяться. Скорее всего, это докториха, та самая главная. Она стала очень страшной. Перестань, все, одумайся. Уйди нахер. Фу, я ее зажал, убил, наверное, тварь. Выключись! Спасибо. Окей. Окей, ладно, понял. Мой косяк. Дверь, выход, нет. А что это за кнопки-то? Лифт какой-то. Так, она у нас остановилась вот здесь, правильно я помню? Вот тут. Соответственно, давайте пока побегаем без нее. Она пошла отсюда. Туда я не пойду. Так, давайте сначала попробуем рычаг найти. Хотя нам рычаг этот по-любому не покажут без медальона. Жопой чую. Нам придется постоянно его искать. А здесь что? Здесь вообще что-то закрытое. Ну я надеюсь, она остается там у себя на месте. Если она будет оставаться там у себя на месте, то мы, в принципе, справимся с этим заданием. Надо просто контролировать, где она находится. Давайте посмотрим вот отсюда. Ну да, смотри, идет, падла. Все, сдохни, сдохни! Так, вот это уже плохо. Если я сейчас включу эту лампочку, здесь нажму рычаг, она успеет меня сожрать. Давайте тогда с этой стороны его подождем, пускай она сюда идет. А потом там все сделаем красиво. Да ты че, ты дура, что ли, какая? Насрать вообще на нее. Иди, говорит, куда-то там от нее уходи и не приставай к ней. Я понял. А это что такое? Понял. Все, а сейчас все делаем быстро. Короче, встаем вот тут. Она появляется прямо перед... Ах! Да что ты будешь делать-то? И проваливаем отсюда. Открывай! Ты что, угораешь, что ли? А, вон там еще одна дверь была. Точно, точно, точно. Наверное, туда. А куда? Я помню, где-то была еще одна дверь. Там зелененькая лампочка и синенькая горела. Точно. Еще один рычаг. А это надо типа успеть, да? Да вообще насрать. Ни о чем. Нет, походу тела о чем-то. Хорош.
Да ладно, это карта, ты прикинь? Огромное здание, короче, с картой. Вот террас вообще. А эта баба здесь, да? Не, ее тут нет. Ну отлично, чё. Давайте я буду ходить с этой херней постоянно. Да перестань ты, сучка старая, меня пугать. Да вы чё, угораете что ли? Ой, она меня поймала, все опасно. Уйди, выключи, выключи, выключи. Да нет! Я выключить хотел! Выключите, вы! Я нажал быстрее выключи, выключи, и в итоге попал в тот момент, короче. А когда его надо было опять включить? Замечательно вообще. По новой начинаем. Ну окей, пойдемте в эту сторону. Мы нашли с вами выход, если честно. Так, вот, отлично. Ага, до свидания. Все, короче, я понял козырную схему. Главное это не зажимать себя далеко где-то, близко к ней. Тогда все будет нормально. Доходим до угла. До перекрестка. Опа, все, бежим сюда. Ага, все пока нормально. Так, это тупик, здесь ничего не было. Замечательно. Как пометить, что здесь нихера нет? Теперь она откуда пойдет, мне интересно. Она сзади меня постоянно появляется. А, нет, вот она, погнали сюда. Тупик! Уйди! Лошара. Окей. Здесь у нас проход красный. Погнали отсюда. Здесь еще один зеленый. Хорошо, здесь ничего нету. Спокойно. А где все рычажки-то, я не понял. Вот это, короче, страшно сейчас и странно все. Во, рычаг. Отлично. Че он открывает? А, теперь попробуй-ка найти, что он там открыл-то. Не то. Херушки, да? А, вот он что открывает. Понятно. Понятно. Сейчас главное до сюда быстро добежать. Давайте попробуем. Почему он бегать-то не может? А, спрячь карту для... А как ее спрятать? Маус 2, я понял. Все, отлично. Вон он так быстрее бегает. Понятно. Давай. Погнали быстрее. Карта мешает бегать, представляешь? Вот это поворот. Успей, 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 успел. Красавчик я. Успел. Так, где это я вообще? Вот здесь. А-а-а. Ладно, погнали. У-у-у-у! А чё она прям передо мной появилась? Не понял я этого, почему... Я где? Да ладно, с самого начала, ты издеваешься, что ли? Нихера себе. Это, конечно, сложно будет сейчас нам. Просто беда. Давай, 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 щеми, щеми, дружище. Я знаю, у тебя все получится, я в тебя верю. Почему она появилась прямо передо мной, я не понял. Ну, окей. И как тут действовать-то? Так, еще один выход. Обосрешься тут, короче, бродить постоянно. Кругом тупики, ну ты посмотри, а! Кругом тупики, ведь, сука, в каждом из этих тупиков может быть сраный рычаг. Ладно, ладно, я понял тебя, мать. Все понятно. Опа! Рычажок. Хорошо, и что он открывает? Он что-то открывает, подожди, а чего? Надо сориентироваться, как бежать. Почему эти сраные карты, короче, не помещают мне дверь? Она же на время. А где она? Так, давайте-ка вспомним, где дверь-то была.
Тут что ли где-то? Не, не тут. А, это дверь на выход, что ли? А нахер мне ее открывать тогда, я только сюда пришел. Я не успею так добежать. Надо как-то смотри. Других-то дверей здесь в принципе нет, насколько я понимаю. Другие двери везде тупик. Но, а мы вот сюда еще не ходили. Тут у нас что есть? Еще рычаг. Попробуй тут вспомни, куда идти-то надо. Ах, не туда пошел. Проиграл, 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 проиграл. Понял, понял. А, ну да, все правильно, этот рычаг открывает эту дверь. Подожди, а какую дверь открывает призрачный рычаг? Непонятно мне тогда чуть-чуть. Сейчас совсем непонятно. Надо как-то от бабы побегать по тупикам. Здесь же нет больше прохода никакого. Подожди, давай, короче, сейчас бабу вот здесь вот встретим. Попробуем. А, и нажмем рычаг. Ты еще тварь на... Вот это вообще, короче, сложно прям. Вот это вообще беда. Да ну. Да ты угораешь сейчас надо мной. Ну ладно. Давайте. Фу, давайте соберемся. Так, я правильно бегу? Мне куда там? На... Право туда. Быстрее, 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 быстрее. Угу. Замечательно. Так, я ворвался сюда. Замечательно. У меня есть рычаг вот здесь. От рычага мне надо развернуться, бежать направо, потом налево, чтобы выйти туда. А зачем? Для чего? И что открывает призрачный рычаг, мне непонятно. Может быть, там какие-то двери показываются. Погнали, посмотрим. Здесь везде тупики. Здесь, в принципе, тоже. Я иду к призрачному рычагу. Ну, окей. Давай я его нажму. А подожди, а время никакое не заработало? А почему? А для чего нужен этот рычаг? Что-то появилось, что ли, или что? Так, окей, мне надо налево. Я понял. Налево и потом еще раз налево. Погнали. Попробуем отсюда выйти. Тихо, тихо. Вот сюда, 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 сюда. Давай, 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 давай. Жми, 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 жми. Красавчик мой. Молодчик. Так, отлично. Мы вырвались сюда. И для чего? Еще один рычаг появился. А он здесь был. Может быть, где-то... Я что-то до карты еще не догулял до конца. Нет, это все так сложно. Чё открывает? Я ничего не понимаю вообще. Я заблудился и запутался. С этими сраными призрачными рычагами вообще беда. О! А-а-а, вон он для чего нужен был. Понял. Теперь я все понял. И карта, короче, новая стала рисоваться. Спасибо. Да ты чё, она огромная прям. Ну окей, давайте бегать, короче, тогда сначала с этим фонарем, а потом без него. Мы сейчас, если какие-то призрачные рычаги будут, мы их увидим. А пока мы просто будем рисовать карту. Правильно я понимаю? Правильно, погнали. Пока я никаких призрачных рычагов не вижу. Здесь меня зажмут. Это будет плохо. Ага. Ага. Вообще отвратительно. Я вам серьезно говорю. Вообще просто отврат полнейший. В смысле? А, я назад вернулся, нихера себе. То есть тут назад можно выйти, замечательно. Замечательно.
Это просто огромнейшее. Вот, догадайся, карту сюда, конечно, добавить. Это просто огонь. Так, давайте-ка я попробую его здесь вот день встретить. И побежать туда в угол, потому что там, по-моему, в углу что-то должно быть. Нету нихера! Понял. Все, в этом углу нихера нет. Это хорошо. Здесь у нас что? Так. Погнали. Такой, да? Фу ты, твою ж мать, а? Ну серьезно, ну что ты будешь делать-то? Да тут просто огромнейшее пространство. Давайте побежим сюда. Попробуем. Ага, давай, давай, давай. Так, рычажков здесь нет, ничего здесь нет. Здесь тоже рычажка нет, уже радует. Нам надо найти где-то призрачный рычаг, по-любому. Без него вообще никуда. Да твою ж мать, а. Ага, погнали. Во! Хорош! Нашелся один. Хорош, хорош. Осталось понять, что он открывает. Давайте посмотрим, какая дверь есть поблизости. Возможно, он не открывает ничего на таймер. Это во-первых. А во-вторых, откуда мы бежали, нашли рычаг? Вот отсюда где-то бежали, давайте отсюда побежим. Успею, успею, успею по-любому. Он не должен таймер включать. Нет, он, сука, включает таймер. Где тут дверь есть? Я не знаю. А здесь нет двери, в принципе, до которой я могу добежать. Вот тут я еще, правда, не проверил. Но я не успею до сюда добежать. Это прям 100% я не успею до сюда добежать. Вы что, угораете? Да тут еще, короче, непонятно, что вообще. А, здесь можно срезать. Так, здесь по кругу вообще мы все сделали. А-а-а, ты посмотри, какая собака эта игра, да? Она прям вообще собака непородистая. А если мы нажмем тот рычаг... А тут еще что такое? Ну-ка, этого я не понял сейчас. Я вообще не разбираюсь в этой херне. Вот еще. Time slows down, puring flashbacks. Время замедляется, что ли, или что? Не, ну до сюда я не успею добежать. Можно, конечно, попробовать, но я не добегу. Что-то у нее сердечко опять колотится дико так. Здесь нереально добежать, вы что, издеваетесь? Что с картой, что без карты, никак в жизни не бежит сюда. Так, если я побегу назад, смотрите, я сворачиваю направо, потом налево, потом направо, потом еще раз направо. Направо, налево, направо, направо. Направо, налево, направо, направо. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Так. А здесь нет прохода никакого? Так, отлично. Направо, налево. Воу, перепутал. А, не, все правильно. Да не, да ты чё, дурачок, что ли? Это нельзя успеть, вообще непонятно, как это делать. И причем не эта дверь открывается, мы все прекрасно это заметили, да? Соответственно, открывается вот эта дверь, которая под нами. Но как к ней попасть так быстро-то? Это нереально. Это вообще нереально. А за ней как раз-таки какой-то выключатель находится. То есть нам надо успеть добежать до туда, нажать там переключатель и выйти. И тогда у нас откроется правая зеленая дверь, в которой мы найдем основной рычаг, чтобы открыть переднюю дверь, которая находится перед нами, вот эта сраная красная дверь.
Это чудеса какие-то вообще. Может, тут где-то какой-то секретный проход есть между этими двумя путями? Такое же возможно? Так, ну-ка давайте. Нету ничего тут. Ничего тогда не понимаю. Подожди! Time slows down during flash... Подожди, возможно, если мы сейчас включим этот сраный выключатель, а потом побежим и включим опять этот сраный флешлайт, то время замедлится, и мы, в принципе, до тут успеем добежать. Вот что имеется в виду. Ну-ка. Это вообще бедень, короче, полнейшая прям. А мне надо запомнить путь опять. А, значит, я, значит, побегу. Надо свернуть. А где эта баба-то меня пыталась? Куда я свернул ну, туда в прошлый раз? Я, значит, отсюда такой щеманул. Такой оп-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 оп. И да, я правильно побежал, да меня что-то смутило, просто здесь, тоже здесь тупик. Все правильно, сейчас пробежим, сейчас все сделаем, давайте попробуем. Так, значит, мне надо направо, 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 налево, направо, направо. То есть постоянно, когда я смогу свернуть направо, мне постоянно надо поворачивать направо, и только когда мне надо поворачивать налево. Все, я понял, погнали. Так, опять вызываем бабу. И погнали. Одумайся, мать, отстань. Так, все, выключаем таймер. Твою ж мать! Во, смотри, как время замедлилось. Направо. Сейчас направо. Да как это так-то? Какого хера она там появилась? Это очень сложно, ребятушки. Ладно, давайте на этом серию закончим, потому что это реально сложно. А я с самого начала начинаю, да? А, нет, с этого места. Ну окей. Ладно, ребятушки, ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.